Привратник приветствует. Отличное время для прогулки. В горах легко ощутить себя мелюзгой. О, заперто.
светишься. Нужен ключ. Насколько это глубокое подземелье, как ты думаешь? Фу, чуешь? Неподалеку источник биологической опасности. Выровняй переключатели, чтобы они совпали. Хорошо. Теперь напряжения хватит, чтобы запустить приводы и активировать каркас. Эти места такие же крутые, как ты. Теперь цепляй. Надо ослабить болты, но так, чтобы мехомьют не шелохнулся. Вот так. Седлостул снят. Пора перестать бессмысленно скакать по кругу и принести седлостул Ноко.
самые лучшие истории получаются про героев. И это как раз такая история. Сил стало больше. Половину труп. Энергия на максимуме. Нет ничего важнее того, что происходит сейчас. Вон, видишь электрохлом? Отличная находка. Thank you.
тебе крепко досталось. Можно снова в бой. Держись за зверюгу покрепче и не отпускай. Это мототуннель. Можно себе представить, как оно было, когда здесь мчались автоматы. Говорят, такие скакуны чуют страх. Теперь, когда Мьют получил горсть жевать ног, она называет этих тварюшек огнемухами. Чтобы найти огнемух, лучше... Я тоже, ты найдешь в Ярконь. Это мелкие летучие создания...